И, ребята, всем привет, с вами Дюков, и добро пожаловать на Standoff 2. Сегодня у нас будет топ-каточка, где мы будем пытаться прорваться на первое место. Будем просто топ-игроками и просто будем всех унижать. Первые две каточки я не записал, потому что я только сейчас на них попал и начал запись. Подумал, что у меня давно не было просто каточек, и вот что пора их сделать. И просто... Ахаха, я его убил. А, нет, пожалуйста. Где? Где он? Что? Что? А, он на Б пошел. Да блин, вы издеваетесь, я только... Так, к нему пришел. Блин, какого-то чела калаш, вот этот крутой, забыл, как называется. Он золотой такой вот. Крутой 350 я у кого-то нашел. Ой, нифига себе, у кого-то из Free Fire. Аватарка, это Келли? Лол, GX, YouTube. Это из Free Fire, Келли. Гима. Додуматься до такого? Да нет, почему-то, в принципе... Я в одну секунду уже думал, что он меня убьет. Bomb has been planted. О! Дима! Пойду Б крыть. Почему на Б никого нету? Алло! Стоп! Я всех убил? Ема, я все... Лол, я просто всю команду убил, Ема. Со мной только Элвин из хороших игроков, а остальные что-то нубят. Блин, не успел взять калаш чей-то. Это у меня, к сожалению, на калаша скина нету. В боксах мне не везет. В смысле? Я ему хэд дал, алло. Может, ну дамажил его. Вот так же и было все. Что за пингеры? Просто изи. Нету шансов меня догнать. Просто фу со второго места. Чё это мне кинули под ноги? P90 нафиг нужно. Так. Идемте на рожон. Или тактическую позицию. Хотя не. Будет так. О, Келли это вышло. Ну, типа Келли. Ема. Вообще круто. А, у меня же такой скин. О, блин, я офигел. Ема, вот этот калаш очень крутой. Чего? А, ребята, это же Готрик. Стоп, это Готрик, алло. Алло, это же Готрик. Ема. Вот этот нит равно 33 левел, это Готрик, ребят. Прям. Кто был на стриме, тот помнит. Ема. Мы можем его всрать. Ха-ха-ха! Ема! 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 Это... Тупо всех хедшотами убил. Я забыл, как это называется, ребята. Просто когда в чате только твое имя. Ема, у меня аж башка заболела. Ема, у меня просто плохо. Я просто не могу представить, что я только что сделал. Вот калаш очень крутой.
Так, осталось еще трое. Ладно, пойдем бомбы заложим. Пацаны, давайте тащим, тащим. Но остался Готрик, это самое плохое. Bomb has been planted. Ема! Просто тащу, ребята, как батя. Просто изи, изи, ребята. Просто, короче, ребят, хочу рассказать вам. У меня один раз была такая история. У меня был рейтинг 73 и 1550 опыта. И что они мне дадут за это? Хорошая игра, двадцаточка. И удача 3. Такое. Ну ладно. Ребята, вот такая у нас серия была. Хотя, знаете, она как-то быстрая была. Давайте еще одну карточку. То есть серия получается где-то на 5 минут. Я хочу еще так потащить. Давайте, ребята, за раст, раст. Мне сейчас дадут джет-бонус, но я не буду его юзать. Нафиг он мне нужен. Нет, ребята, раст, раст, пожалуйста, раст. Да, да, да. А, даже джет-бонус не дали. Ё-моё, что за фигня? Вот. Просто когда везень... Ой, когда просто скилл, ребята, решает. У этих челов были крутые скины. Самый крутой скин на калаш. А я их просто убил на изичах. Ну, я все равно играю как нуб. Потому что дофига людей круто играют. И лучше, чем я играю, дофига людей. Самое главное сейчас за тир зайти. Давай, сейчас будет FPS понижаться, значит, тем быстрее будет грузиться. Вот, все, все, сейчас, сейчас загрузится. Все, загрузилось. В смысле не загрузилось, я не понял. В смысле, алло, я не понял. Что за фигня? Алло. Алло. Крутая вторая каточка, ребята. Ну, ребят, не получилось у нас второй каточки, к сожалению. Или если она загрузится. Ну, ребята, если она не загрузится, то сразу говорю вам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Всем удачи и всем пока-пока.